Ну-ка, давай, 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 открывай. Давай. Ты этот Гарри Поттер? Девочки, посылка пришла. Посылка пришла. Вон она у Макса. Макс ее закрыл. А что это? Это наш влоговый канал? Да! Это Саки! Я так хотела, чтобы она пришла до Нового года. Что мы будем открывать? Ребятки, мы будем открывать. Ножнички неси, потому что... Почему она всегда такая вот некрасивая приходит? Я смотрю, у некоторых блогеров она даже стоит такая, как на память коробочка. Она у нас вся заклеенная, вся в бумажках. Что, они не могли как-то... Я не знаю, они ее распечатывают, что ли? Она вся скотчем заклеенная. Я понять что-то не могу. Что вам распечатать? Так у других-то нормальная коробочка приходит. Они даже ее ставят как на память. Она ровненькая, не мятая, красивая. Готовы? И это вторая наша кнопочка. О, а это не проходило. Ну-ка, давай, 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 открывай, давай, давай, давай. Вот МК она, Family точно. МК Family Vlogs. Супер. Нет, она в пленочке пока. А теперь еще твой канал не хватает. Еще осталось, да, но мне еще не написали. Они еще, они проверяют, да, они проверяют канал, они сказали, что они проверят канал, и потом мне напишут, как бы, если все нормально, то они отправят. У тебя 100 тысяч уже. У меня уже больше. Почти 200 тысяч. Вот это да. Супер, здорово. Она, смотрите, она холодная, она замерзла. 100 тысяч подписчиков. Ребятки, спасибо большое вам. Спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что подписываетесь. И мы вас очень-очень любим. И это вообще здорово. Вторая кнопочка. Так что мы вас тоже поздравляем. Преданные, верные подписчики. И сегодня мы ее... Повесим вон туда на стену, и будет уже две кнопочки красоваться. Будем ждать третью, надеюсь. Ну, на следующий год она точно уже приедет. В этом году уже не успеет, на следующий приедет. Так, мы сейчас пообедаем макарошки. Кто с сыром, кто с яйцом? Я тоже с сыром. А я? Макс. Некоторые ребята пишут, что Максику было лучше с длинными. Мне тоже нравилось очень с длинными, но, ребят, реально это очень тяжело. Это нужно каждый день, знаете, вот как взрослого человека, каждый день укладывать. Там, не знаю, пенкой, лаком или еще с чем-то. И тем более, как бы это ребенок, и вредить волосам каждый день, пользоваться вот этой химией, как бы, ну... Нельзя. Да. А если оставлять так, без укладки, то у него прям, ну вы видели, да, иногда прям вообще глаза закрывало все. И они, их вот так вот делаешь на бочок, они падают вперед. Ну вообще непослушные волосы. Мне очень нравились, конечно же, с длинными, но это очень неудобно. Тем более он ребенок, а тем более, когда пойдет в садик на следующий год в августе. Быстрей. Девочки. Девочки, про кнопку папе не говорите пока. Хорошо? А что такое здесь на полу? А кто это сделал? Каролина, собирай шарики. Но, просьента тен софа. Аура мира садалянты. Но вес нигуна референция. Пойдем обуваться, где твои носочки? Макс, он подарочек уже взял. Да? Макс, пойдем обуваться. Все? Ну что, Ксюнечка вернулся у нас со школы. Маргарита сегодня до 4. И она сейчас будет открывать подарок, который она сама себе завернула.
Мы должны ее вырезать. А почему? Вот в чем тогда прикол? Я понять не могу. Ну, честно, мы все равно должны ее съесть для нас. Ну так это просто урок по упаковке подарков или что? Да, учиться. А, это вы учились упаковывать. Ну я с этой некрасивой, потому что она очень толстая и очень сложная. Смотрите, она вас учила или просто сказала, заворачивай как хотите? Нет, учила и кто знает, может ее так. Нужно было тебе вот эти вот штуки покороче сделать. Да. А что ты меня обрезала? Ну, я не хотела. Что я все равно это открою, ну, всем. Угу, понятно. И это коробочка с салфеточками. Я специально сюда спрятала твои любимые цветочки. Но, Макси! О, какая красота! Какая красота! Это снеговичок. На, это салфеточка. Носик сморкать. Носик. Носик сморкать, да. Поставишь себе на кроватку. О, как раз сейчас надо. Сейчас нам нужно поехать за продуктами, за подарком. Если больше не будет этих салфеток, нужно купить. А салфетки кто покупал? Ученица. Каждому, всем? Да, конечно. Ну это от школьной кассы. Не поняла, школьная касса. Я специально эту коробочку взяла, чтобы твои любимые цветочки. Так это для меня подарок? Спасибо. Для всех. Для всех, кому да. Кому надо. Кому надо, берите. Правильно. Ладно, давай тогда будем собираться. Пойдемте уже. Уже поздно. Вези, вези давай. Так, что нам еще надо? Нам нужны овощи и картошка. Картошка. Вот она, картошка. Так, что еще надо вам? Еще надо морковку, потому что у кроликов нет морковки. Кроликам же надо. Свеклы здесь нету. А что это свекла? Свекла — это такая красная свеколка. Здесь свекла только продается почему-то вареная. Смотри. Вот. Вареная свекла. Мне для борща нужно не вареную. Понятно? Для борща нужна не вареная свекла. Капусты нету. Что за продуктовый магазин? Капусты нет, свеклы нет. Вот как можно кушать приготовить? Русское блюдо. Никак. Котик, котик, здорово. Здорово, котик, здорово, котик. Ой, вкусняшки какие здесь. Певица, ну-ка давай спой. Давай. Давай, раз, два, три. Ауто! Быстрее, быстрее, быстрее! Машина, машина, быстрее! Корри, 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 корри! Быстрее, 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 быстрее! Машина едет, машина едет! Ой, у меня шнурочек почти развязался. А дверь у Каролины не закрыта. А я хочу съесть мандаринчик. Какой красивый мандаринчик! А как пахнет? Ай, как пахнет! Давай, еще и с веточкой. Приехали. Yeah. Oh. Не уснул там никто? Все? Ксюшечку разбудите, там она спит, наверное. Ксюня. Ксюнчик. Yeah. Все, мы приехали. Pop. Не знаю, если получится вам снимать, хотя там ничего такого интересного нету. Мы просто приехали поздравить. Мама! Да, да, выходим. Приехали поздравить нашу тетю. Выходим. Знаешь, что она сказала? О, это мне еще не хватало. Снег! Снег!
кусочек снега нашли. Ой, чудо, мама. Ксюша, ты как вылази. Давай. Все, нога в порядке? Проснулась нога? Не чувствуешь? Отсидела. Меня так укачало. Не могу, такая дорога. Аж голова заболела. Тебя не укачало? А ты спала, да? Аж голова заболела. Что делаете? Играем. Ку-ку! Вы все в школу играете? Да. Да? Теперь Ксения учитель? И что у вас за предмет сейчас идет? Тест математика олимпиады. Вау. Прикольно. Молодцы. Учитесь, учитесь. А малыши тут на солнце. Пойдем быстрее. Пойдем быстрее. Ты что, прыгать будешь? Слон. Каролина. Пойдем. Ты этот Гарри Поттер. Гарри Поттер. За этой. За, да. Все, приехали. Детвора, будь здорова. Мне не нравится, когда чихать. Будь здорова. Трескается, да? Надо помазать. Надо вот так чихать, вот так вот. Зажми рот вот так, чтобы не раз это. Да. Пойдем. Отстегиваем. Ремень. Я бы тебя там открыла. А, там продукты. Нам еще продукты надо вытащить. Мы же после магазина. Пойдем быстрее, папа. Это. Вот твои машинки. А? Да, это для губ. Нашел машинки? Ну как так не нашел? Мама же принесла с собой машинки. А, вот она. Пятая. Все? Время 10:30. Быстренько зубки чистить и спать. Завтра последний день. Пятница. А у меня тест. Тест? Ты принесла тест какой-нибудь? Давай, показывай. Ну ладно, 5. Самое главное, не меньше 5. Мама, как долго надо печь вот это? Завтра вы будете печь печеньки? Да. 180 градусов. Как долго? Да. Ну, я думаю, минут 30. Да. Полчаса, да? Да. Расписаться? А ручку? Или карандашом? Что? Какой 250? Они 250 сейчас сгорят. 180. 250. Поставишь на 250 градусов, они у тебя за 5 минут черные будут. Да. Красный? Красный, только учителя расписываются. Ну что? 30 минут. Угу. Хорошо. А там что у вас? Сколько у вас плиток там? 4. И как вы будете всем классом на одной плитке? Смотри, у нас проект. Ну да. Мы делаем, что мы хотим. Угу. Мы выбираем тему, угу, и делаем на эту тему что. А ты выбрала готовить? Да. А, значит, ты одна будешь завтра готовить? Нет, не одна. А с кем? Линдой. Вдвоем? Да. Наверное, еще косвенно. Хорошо. Потому что вдвоем я не знаю, есть мы это. А другие что выбрали? А другие одна Лев. Тема от ракеты, потом тема Лив будет вязать шапку. Угу. А что ты не выбрала вязать шапку? Я бы тебе связала.
Не ты должна, а я. Я бы не помогла. Ну ладно, печеньки будешь печь. Потом домой принесешь или ты для всех будешь печь? Для класса? Надо посмотреть. Ты запомнила все? Да. И завтра мы пойдем покупать. Я не знаю, если хватит время. Сначала мы покупки идем покупать. Потом нам надо приготовить тесто. Потом еще полчаса готовить. А у нас только 2 часа есть. Ну хватит. Да? Конечно. Полчаса покупки покупать, полчаса... Чтобы приготовить тесто, это минут 10-15. Да? Да, это быстро. Да. Время 10 часов. Завтра как утром встанете? 10 часов. Это поздно. А в обед у вас завтра есть уроки? Да. Тоже? Нет. Нету? Фильм. А, фильм. А, у вас завтра кинотеатр. Да. Круто. А где вы смотрите фильм? В классе? Да. Да? А Маргита будет с Ольбой. Ага. А чем ты, почему ты укрываешься этим? У меня есть в обед. Я хочу убрать. А, давай. У меня завтра есть в обед. Есть в обед? Ну, вы тоже фильм, да, в обед смотрите? Нет, я не знаю. Ну, Ольга сказала, что мы... Шарик. Почему моя кровать холодная? Ну, она у всех холодная. Я хочу с тобой. Сейчас зима. С тобой спать. Хорошо, что у меня толстенькая под одеяло. Все, спокойной ночи. Ой, у тебя такое одеялко хорошее. Очень-очень такое воздушное. Аж прям хочется в него так укутаться. Нет, пониже ложись. Ну-ка быстро. Куда ты себе там 3 этажа подушки ставишь? Ты чего? И медведя, и подушку. Все. Мама, без маски, я не могу заснуть. Где моя маска? Ну да, сейчас согреется немножечко. Давайте, все. Там и дверь. Согреешься сейчас, я знаю, я тоже так всегда ложусь, постель холодная. А кто там ее? Она же не обогревается, правильно? Там никто не лежит, никто ее не греет. Сейчас согреется. Не так уж и холодно. Батареи горячие. Ну, тепленькие, не горячие, тепленькие. Все, пока. Муа. Пока, ребятки. Спокойной ночи. Пока. Пока, всем пока. Каролина завтра пойдет на балет. Круто. Если получится, то я засниму немножечко. А ты тоже пойдешь? С Миленой? Да, да, я тоже пойду. А кто с нами будет? Вы в школе будете? Вы в школе будете? Кстати, вы завтра до скольки? До 3. До 3? Ты тоже до 3? Мы дома уже будем в это время, я так думаю. Но если нет, то ключи, как всегда. Нет, я не буду танцевать, ты с ума сошла. Ладно, все, пока. Включай свой этот, Мэри Крисмас. А ты в обед пойдешь? Да, я в обед пойду. Вы уйдете в обед в школу, и я пойду. Неудобно, но другой бачок ложись. Все, пока. Всем пока, ребята. Спокойной ночи.